This conference will now be recorded. Ну что ж, всем добрый вечер. Приветствую вас сегодня на нашей встрече, посвященной PHP, а именно карьере PHP-разработчика. Мы попробуем поговорить с вами о том, вообще, что нужно знать PHP-разработчику в современном мире, что спрашивают на собеседованиях, и, конечно же, поговорим о том, как найти свою первую работу. Немного, но поговорим. Готовьте ваши вопросы, я в конце обязательно на все отвечу. Их можно задать будет в чат. Если у кого-то есть возможность задать голосом, задавайте голосом. В общем, в конце обязательно будет специальный слайд, специальное время выделено. На все ваши вопросы мы ответим. Вот. Ну что ж, давайте приступать. Я Аль Пантелеев Санкт-Петрович, и надеюсь, у вас там где-то видео включено, меня видно в камеру. Эта фотография от старого преподавателя осталась, я не успел ее изменить. Я бэкэнд-разработчик, много лет в IT, знаю кучу языков программирования, там, мастер спорта по всем видам спорта, много-много-много фреймворков, CMS, работал совсем, работал в IT-компаниях, сейчас работаю в банке. В том числе я занимаюсь наймом, обучением новых сотрудников, это одна из моих обязанностей, поэтому я очень хорошо понимаю, что нужно сегодня на рынке, если вы PHP-разработчик. Более того, уже 4 года я преподаю, и последние полтора я преподаю специалисте. Специалист – это центр с большим уже возрастом, нам уже 30 лет. 30 лет мы учим людей, у нас более 1000 курсов по разным специальностям, в том числе очень много курсов про веб. В специалисте очень неплохо сделаны все курсы, поэтому 100% ваши знания будут всегда востребованы. Вот такая вводная часть прошла, теперь давайте двинемся к PHP. Итак, что такое PHP и что такое PHP в 2021 году? В общем, PHP – это популярный язык, а популярным он был, ну как сказать, всегда. Где-то с 98 года он стал популярным, очень много CMS на PHP, много сайтов сделано на PHP. WordPress очень много, это тоже PHP, Bittrex немало в России, и это все PHP. Процентов 30 сайтов в интернете, наверное, на сегодняшний день сделано на PHP. И хотя в 2014 году, в 2012-2014 он терял свою популярность, там были проблемы с выходом новой версии, мы там застряли в развитии как PHP-сообщество, но в 2014 году вышел PHP версии 7.0, и это был огромный рывок для всего PHP. А в ноябре 2020 года, буквально полгода назад, вышел PHP 8. И просто на невероятный новый уровень эта версия языка вывела наше сообщество, всю нашу разработку. И PHP снова становится постепенно популярным языком. Новые проекты снова делаются на PHP. Многие команды выбирают PHP. И у этого языка очень хорошая перспектива в ближайшее время. Он в себя умудрился вобрать все самое лучшее, что сегодня есть в других языках. Очень неплохо. Более того, на PHP очень много прекрасных фреймворков, тот же Laravel или Symfony, и огромное количество библиотек, которое позволяет решать задачи быстро, качественно и действительно надежно. То есть эти все библиотеки проверены сообществом, они отлажены, проблем там нет. В связи с этим на PHP очень легко решать задачи, то есть решать бизнес-задачи, описывать бизнес-логику. То есть для других языков программирования, ну, например, Go или Java, для задачи, нужно, где нужно 10 человек, на PHP эту же задачу сделает один человек с помощью всего open-source, который у нас есть, и всех инструментов, которые существуют. В общем, разработка на PHP сильно быстрее и сильно дешевле, чем разработка на многих других языках программирования. Поэтому это топ. И вакансий много. Я, правда, беру Москву, я не знаю, как в других регионах, но я думаю, что в регионах тоже много вакансий. Более того, сейчас очень много московских вакансий удаленных, да, то есть можно работать из любого места. Я сам работаю удаленно уже год, ну, как пандемия началась, мы все работаем удаленно, и обратно нас не возвращают. Нам сказали уже, что будем работать удаленно до конца. Вот, поэтому можно работать из любой точки мира, и вы можете из любой точки России работать, это очень здорово. В общем, вакансий много. Когда я последний раз, буквально неделю две назад, открывал HeadHunter, в Москве было что-то в районе 2000-3000. И это действительно классно. Вот. В общем, если вы будете PHP-разработчиком, у вас точно будет работа. Вы точно сможете ее найти. Дальше.
Что вообще происходит? Мало-мало знать PHP, вам надо еще с HR-ом как-то пообщаться. И поговорим о том, на что же обращает HR внимание. Вообще, ваше собеседование, оно состоит из нескольких частей. Вначале вы попадаете к HR, а потом, если все окей с HR, вы попадаете к техническому уже интервьюеру. Это может быть CTO, это может быть какой-нибудь старший программист. В общем, это человек, который технически разбирается в ваших задачах. И он уже будет спрашивать вас о технической стороне. Но перед тем, как вы попадете туда, у вас будет HR обязательно. И HR будет оценивать ваши софт-скиллы и ваш опыт работы. Здесь я хочу особое внимание сделать на опыте работы. Опыт работы – это очень важная часть. Все HR на это обращают большое внимание. Поэтому они будут всегда очень много раз расспрашивать о том, где вы работали, какой у вас опыт, какие у вас были взаимоотношения в команде. Потому что современная разработка без команды немыслима. Да? Все мы работаем в каких-то командах. Обычно это человек 6, 7, 8. И работа в таких командах, конечно же, важна. То есть как вы себя ведете с другими людьми, как вы с ними общаетесь, насколько вы токсичны. Эту часть HR будет тоже рассматривать, потому что токсичных людей не берут на работу. А что такое токсичность? Ну, как это объяснить? Это некое занудство, возможно, высокомерие в чем-то. В общем, люди, которые сложно находят язык с другими людьми, сложно находят работу. Ну, это очевидно. И HR на это обращает внимание. То есть они смотрят, насколько вы приятный, неприятный собеседник. И от этого уже решают, что с вами делать. Также очень важный фактор, который пытается выяснить на собеседованиях, это ваша стрессоустойчивость. Работа разработчика достаточно стрессовая. У нас постоянно меняется скоп наших задач, нам постоянно надо расти. Это все влияет на психику, поэтому ваша стрессоустойчивость крайне важна. И, конечно же, как я уже говорил, опыт работы и ваши реализованные проекты. Они у вас должны быть. То есть, если у вас нет реализованных проектов, найти работу крайне сложно. И HR прям будут сильно в эту сторону копать, спрашивая о том, что вы уже реализовали, какое у вас есть портфолио, какой у вас опыт работы. Итак, если подытоживать, HR обращает внимание на ваш опыт работы и на вашу токсичность. Это два основных фактора, по которым принимается решение, пропускать вас дальше или нет. Если у вас имеется какой-то опыт работы, и вы приятный собеседник, вероятность пройти дальше к техническому собеседованию у вас крайне высокая. Все остальные части, как стрессоустойчивость, работа в команде, многозадачность, просто плюсами будут уже идти. Но самое важное – это не быть токсичным и иметь какой-то опыт работы. Мы еще вернемся к этому, когда будем говорить о том, как найти свою первую работу, а откуда взять этот опыт работы, если вы только начинаете свой путь. Это интересный вопрос, но мы к нему вернемся. А пока мы переходим к техническому собеседованию. Что же спрашивает нас технический интервьюер? Его в основном интересуют ваши хард-скиллы, а именно конкретно, что вы умеете делать с вашим языком программирования. В нашем случае это PHP. Поэтому самые первые вопросы и самое основное, но неспроста здесь идет первым, это ООП. Объектно-ориентированное программирование. PHP на сегодняшний день на 100% объектно-ориентированный язык. И почти все пишется объектно-ориентированно. Все библиотеки объектно-ориентированы, все фреймворки объектно-ориентированы. И весь код на PHP пишется объектно-ориентированно. Поэтому вас очень много будут гонять именно по объектно-ориентированной части PHP. А именно, про классы, абстрактные классы, интерфейсы, трейты, закрытые, открытые методы, наследование, статика, не статика. Все, что можно спросить про ООП, вас обязательно спросят, потому что без этого прям никуда. Это прям первый вопрос, который задается, потому что, ну, а смысл тратить на человека дальше время, если он не знает ООП? Без ООП ему нечего делать в современной разработке на PHP. Поэтому ООП. Второе. Прям базовый фактор, который идет вместе с ООП, это MVC. Все современные фреймворки уже давно MVC, уже как они лет 15 MVC. Это стандарт рынка, он даже немного уже устаревает на сегодняшний день, но в 95% проектов все равно MVC, поэтому вас будут спрашивать про MVC. Что такое модель, что такое вьюшка, что такое контроллер, все эти вопросы вам обязательно зададут. Для чего это нужно, вас тоже спросят, нужно быть готовым на это ответить. Третье, фреймворк. Без фреймворка никто не разрабатывает почти.
Никогда, только если это не очень крупная компания типа Facebook или ВКонтакте, у которых свои фреймворки самописные, большие разработки. В Авито везде используют фреймворки. Ну, в ManyChat везде есть фреймворки. Все современные компании используют, ну, фреймворки, потому что это удобно, это надежно, это быстро. Поэтому какой-нибудь фреймворк вам надо знать. Сегодня в PHP есть два топовых фреймворка. Это Laravel или Symfony. Что-то одно надо обязательно знать, без этого найти работу почти невозможно. Современный фреймворк можно знать. Если вы знаете какой-нибудь старый фреймворк типа Cake, PHP или UE2, которые безнадежно уже устарели, тем не менее, все равно это вам зачтется. Фреймворк, они все похожи, у них есть какая-то общая логика, общие паттерны, поэтому фреймворк. Окей, особенности языка. Конечно же, вы должны хорошо знать PHP. Технический интерьер вас обязательно спросит про разные сложные моменты, типа статические переменные, магические методы, автолоудинг в PHP. Какие-то такие особые вещи, которые существуют только в PHP, которые могут быть сложные, там про ссылку могут поспрашивать что-нибудь, что такое передача по ссылке в PHP, как она реализована. Про namespace могут спросить, да, namespace, да. То есть особенности вашего языка вы должны, конечно же, знать, если вы собираетесь на нем программировать. В нашем случае это PHP. Если вы хотите быть PHP-разработчиком, надо знать все особенности языка. А мы работаем постоянно с протоколом HTTP. С ним мы работаем почти 80% времени. Поэтому вопросы по HTTP вам тоже будут задавать в большом количестве. И вопросы по REST тоже. Ну, REST – это способ подхода к построению сервиса. Об этом, если хотите, почитайте отдельно, если не знаете, или приходите на соответствующие курсы. В общем, найти можно. Вопросы будут обязательно, потому что в 90% проектов REST современных. Где-то есть GraphQL, но его не очень любят в PHP, и вообще он в последнее время теряет свою популярность. GraphQL мало. Где-то остался призрак прошлого SAP тоже, но в основном это REST. Все пишут REST. Конечно же, если вы собираетесь стать бэкэнд-разработчиком, вы должны знать MySQL и SQL. Ну, или какую-нибудь базу данных, которая SQL-ная, там Postgres или MariaDB. В общем, потому что мы, PHP-разработчики, работаем с SQL-ными базами данных в основном, поэтому язык SQL знать надо. И сейчас уже идут знания не самые важные. То есть до этого OOP, MVC, фреймворк, особенности языка, протокол HTTP – это прям основа. То есть, если вы этого не знаете, вам нечего делать в PHP-разработке, интерьер вас, конечно же, спровадит. А если вы это знаете, скорее всего, все у вас будет хорошо, вы получите тестовое. Но поскольку кандидатов может быть несколько, да, будут заданы следующие вопросы про MySQL, Nginx, Git, Linux и так далее. А если вы это хорошо этим владеете, это будет большой для вас бонус. Но это уже более вторично. Потому что все-таки подразумевается, что большую часть работы с базой данных делает за вас фреймворк. С Nginx разбирается человек, который занимается администрированием сайтов или DevOps. Вот. С Git вы, по идее, должны уметь работать. А если вы работаете в Linux, то это тоже классно. В общем, все вот это уже достаточно вторично. Самое основное, я еще раз хочу повторить, это OOP, это MVC, это фреймворк, особенности вашего языка и протокол HTTP с REST. Все остальное будет бонусом. Если вы знаете Linux, это вообще круто, потому что вам придется его выучить. В любом случае, PHP современный запускается почти всегда под Linux, поэтому надо понимать, что такое Linux, как в нем работать, как пользоваться терминалом и так далее. То есть, даже если вы придете на работу, не зная Linux, вам придется выучить Linux, чтобы продвигаться по карьерной лестнице. Без этого никуда. Про Git я молчу, как бы система управления версиями Git это вообще must-have, то есть сегодня не бывает разработки без Git. В 99,9 проектах есть Git. Поэтому о чем тут говорить? Разбираться в серверах тоже важно, могут задать вопрос про сервер, но это маловероятно. Все-таки обычно больше спрашивают про SQL, про MVC, про OOP. А если вы знаете, чем отличается версия языка PHP, то это вообще отличный бонус в копилку. Я таких людей лично люблю. Если на собеседовании мне человек расскажет, чем отличается PHP 7 от PHP 5.6,
А чем PHP 8 отличается от PHP 7.4, основные отличия, все не надо говорить, то я этому человеку большой-большой плюс записываю, потому что это действительно означает любовь к языку, это страсть к языку, к разработке, если человек разобрался в этих вещах, поэтому это прям круто. Поэтому, если вы хотите произвести впечатление на вашего интерьера, узнайте, чем же отличается версия языка PHP. 5.6 от 7.7, 8.8, а, просто последняя версия 8, а 7.4. Обязательно об этом узнайте, и для вас будет большой плюс. Но не пугайтесь, я вот тут очень много чего перечислил. Конечно же, все вопросы не задают. Каждый интерьер имеет свой набор вопросов, которые в том скопе, который я описал, находятся. То есть обычно это 3-4 вопроса, по которым уже все понятно, что с вами делать, понимаете вы разработки или не понимаете. Дальше. Если вы очень классно отвечаете на все эти вопросы, вам дают техзадание. Если вы отвечаете на них плохо, вам говорят, ну, мы подумаем, что с вами делать, и перезвоним. Ну, и, конечно же, хорошие компании перезванивают, говорят, что вы нам не подходите, плохие просто ничего не делают. Однако, если вы вдруг заволновались и не смогли ответить на все хард-вопросы, скажите честно об этом техническому интерьеру, скажите, я волнуюсь, это мое там третье, четвертое, пятое собеседование, я еще не привык, ищу работу разработчиков, дайте мне тестовое. И если вам попадется приятный, добрый человек, который даст вам тестовое задание может быть для вас спасательным кругом, потому что вы его делаете дома, в спокойной обстановке и можете сделать хорошо. В общем, тестовое попросите в любом случае, попросите сами. От вас не убудет, а вероятность найти работу увеличится. Так, про хард-скиллы я все сказал. Двигаемся дальше. Стратегия поиска первой работы. Хочу подвести итоги вообще всего своего спича, всей своей речи, сказать, что надо вам сделать, чтобы найти свою первую работу, потому что найти ее непросто. Не просто по одной простой причине. HR в основном ищут в 90% случаев, опять в большинстве, людей с опытом. Но вы же начинающий программист, где вам взять этот опыт? Так вот. Напишите, что он у вас есть. Если вы в резюме не напишете о том, что у вас есть опыт, вас просто не будут звать на собеседование. Вам оно не надо. Поступите мудро, поступите смекалисто. Напишите, что у вас он есть. Вам нужно составить резюме магнит для HR, потому что хочу обратить внимание вот на что. Резюме просматривает не программист, резюме просматривает HR. И HR почти всегда не понимает, что происходит в разработке. Поэтому у него есть какой-то идеальный кандидат, вот у него лежит на листке справа, описанный. Там написано, знает все, опыт работы выше крыши и хочет еще мало денег. У него есть идеальный кандидат, и он с этим идеальным кандидатом сверяет ваше резюме. Если совпадений много, он вас позовет. Совпадений мало, он вас звать не будет. Поэтому посмотрите, какие вакансии существуют в вашем регионе. И все, что там требуется, напишите у себя в резюме. Тогда вероятность того, что вас позовут, возрастает. У кого включен микрофон, пожалуйста, его отключите. Вас немного слышно. Вот, поэтому сделайте это. Более того, все навыки, которые указаны в вакансиях, обычно никогда не требуются на работе. Если вы видите в вакансии написано миллион требований, не пугайтесь. А опять же, я говорю, у HR есть идеальный кандидат. Реально, на моей практике, сколько раз я устраивался на работу, сколько раз нанимал людей, 90% требований вообще не нужны. То есть, устраиваешься на работу, думаешь, блин, сколько всего от меня хотят. Приходишь на работу, и оказывается, что хотят не так уж и много. Просто на собеседовании много спрашивают. Так вот, сделайте упор на те навыки, которые в вашем регионе нужны. Прям напишите, что вы этим всем владеете, знаете. Вам ваша задача попасть на собеседование, а там быть уже приятным человеком и чтобы вас позвали на техническое. Потому что опыт, конечно же, вам как начинающему разработчику взять неоткуда. Расскажу маленькую историю про свой первый поиск работы. У меня не было опыта, я, правда, много лет занимался так, хом-разработкой, там для себя что-то писал, для друзей что-то писал, но прям боевого опыта у меня не было, и я пошел на рынок вакансий, свою первую работу, когда искал, и не написал, что у меня есть опыт. И 2 недели была тишина, мне никто не отвечал, даже если я где-то делал отзывы и так далее. Я провел работу над ошибками и выпалил, что у меня существует там 9 месяцев опыта.
Как только я это сделал, у меня сразу больше 20-30 приглашений случилось, и произошло очень много-много собеседований. И я нашел свою работу, собеседование 9-го, на самом деле. Ну, это было первое, это было не так просто, но нашел. А как я объяснял свой опыт? Мне, кажется, говорили, а какой же у вас опыт? И я честно говорил, я делал всем своим друзьям сайты, делал домашние проекты, в общем, вот мой опыт. Короче, к чему я все это веду? Если у вас в резюме не будет опыта, и не будет основных навыков, которые нужны HR, вас никто никогда никуда не позовет. А если вас никто никогда никуда не позовет, то вы никогда не найдете работу. Поэтому ваша задача составить такое резюме, чтобы HR вас позвал. Поэтому, пожалуйста, напишите те навыки, которые нужны HR в вашем регионе, напишите, что у вас есть опыт. Тогда вас позовут. А дальше вы уже будете разбираться по сути дела. И все у вас получится. Окей. На собеседовании мы говорим, что мы приятный человек, предсказуемый, у нас понятные требования к жизни, мы не токсичны, мы классные, мы хотим работать, мы горим, мы любим это дело. И прям говорите, я бы хотел поговорить с техническим интерьером, пусть меня технически проверят, я прям готов. Обычно эта готовность хорошо рассматривается, и, конечно же, HR, скорее всего, пойдет вам навстречу. Потому что хочу сказать еще одну вещь. HR выгодно вас нанять. За каждого сотрудника HR получает бонус, и это приличный бонус. Поэтому ему выгодно вас нанимать. HR ваш друг. Поэтому поговорите с HR, очень приятно с ним ему все объясните и двигайтесь в техническое интервью. А на техническом интервью ваша задача добиться тестового задания. То есть ваша задача на техническом интервью сделать все, чтобы вам дали тестовое. Получаете тестовое, уходите домой и делаете его на свой максимум. У вас будет весь интернет к вашим услугам, пару бессонных ночей, может быть, энергетики или вкусный чай. Ну, в общем, сделайте классно свое тестовое, и вас точно позовут на работу. Вот так, если вкратце. Меня спрашивают, будет ли запись семинара? Да, будет. А сейчас я еще немного расскажу про специалист, а потом отвечаю на ваши вопросы. Итак, на каких курсах мы же все это рассматриваем, если вдруг вы чего-то не знаете? Софт-скиллы все-таки на вас, да, то есть быть приятным человеком, быть предсказуемым, с хорошей жизненной позицией, это ваша задача, этому вас нигде не научат. Но основам языка мы вас научим на PHP часть первая. Про OOP и MVC мы говорим на PHP части второй. Хочу заметить, что мы сейчас рассматриваем исключительно восьмую версию языка PHP на наших курсах. У нас курсы обновились месяца три назад. Теперь мы все самое свежее тоже вместе с окружающей средой преподаем. PHP 8. Про протокол HTTP REST можно узнать на части 3 PHP. Также лично я преподаю фреймворк Laravel. Это самый популярный фреймворк на сегодняшний день. Не только в мире PHP, он в принципе популярный. Вот. И если вам вдруг нужен проект какой-то готовый, а он вам нужен на самом деле, потому что HR нравится, когда у вас есть проект, то у нас есть специальный курс, называется «Практика создания веб-приложения». Он коротенький, всего 16 часов и недорогой. На него можно идти уже, когда вы, конечно же, прошли первый, там, второй курс, знаете, Laravel. Тогда можно идти на практику создания веб-приложения. Это чисто практический курс, где вы под моим руководством создаете настоящее веб-приложение. Мы там делаем доску объявлений, похожую на Авито. Вот, и у вас будет после выхода с этого курса свой полноценный проект, который вы сделали своими руками и сможете ответить на все вопросы по нему. Вот. Ближайшие курсы, насколько я помню, стартуют 24 мая, через полторы недели. Это будет открытое обучение, его веду я, прям все эти курсы по PHP, которые у нас есть, я преподаю. Так что, если что-то хотите узнать, приходите, я вам с радостью расскажу и объясню. У нас специалисты есть в разные типы обучения, я уверен, что вы об этом хорошо знаете. Есть очное обучение, можно присутствовать как вебинар, есть открытое обучение, есть даже индивидуальный формат. В общем, любой формат, который вам нужен, можно подобрать. Так, по открытому обучению, если вы не знаете, что это такое, то я два слова скажу. Это обучение, в которое вы приходите в класс, где сидит преподаватель, и смотрите видео этого преподавателя, самое свежее, и занимаетесь с ним. У вас возникают вопросы, вы поднимаете руку, преподаватель подходит, вам помогает все решить, помогает вам с проектами, помогает вам все настроить и все проблемы ответить.
Это удобный формат обучения для тех, кто любит учиться сам, в своем темпе, потому что когда вы ходите на очное обучение, обычно преподаватель вас не может ждать, потому что надо идти вместе со всей группой. На открытом обучении вы нажали пробельчик, видео началось. Пробел нажали, пауза, подумали, посмотрели, вернулись обратно. В общем, для тех, для многих этот тип обучения подходит, мне он очень нравится. Окей. Часто задаваемые вопросы. Давайте перед тем, как на них я отвечу, может быть, у вас какие-то вопросы есть. Если у вас есть вопросы, то самое время их задать. Прям пишите мне в чат. Хотите голосом, задавайте голосом. А я пока отвечу на самые частые задаваемые вопросы. Ну и жду ваших вопросов в чат, или как вам удобно. Итак, первое. Самый частый вопрос, который я слышу, можно ли найти работу без опыта? Можно. Просто не надо говорить, что у вас его нет. И надо грамотно уметь это дело обыграть. Тогда, конечно же, все можно сделать. Если вы будете всем говорить, что у вас нет опыта, то в 95% вакансий от вас автоматически отвалятся. Ну, таков мир, ничего с этим не сделаешь. Поэтому будьте мудрее. Что сделать, если провалили техническое собеседование? Я провалил первые свои 7 технических собеседований вчистую. А 8-е я прошел. А провалил я их то ли потому, что нервничал, то ли на какие-то вопросы не знал ответов. Но это не проблема. Будет следующее. Вакансий много. Вы сможете пройти в любом случае. Самое главное – сделать выводы. Вышли с технического собеседования, все вопросы, которые вам задали, записали и подготовились, и выучили их. И на следующем вам будет сильно проще. Третий вопрос. Если предлагают работу без оформления? Ну, все люди взрослые, решать вам. Опять же, в большинстве компаний зарплата разработчиков белая. Лично я считаю, что вакансий много, разработчики нужны, поэтому не нужна вам черная зарплата. Вы всегда сможете найти зарплату белую. Поэтому не ленитесь, и, скорее всего, еще 2-3 собеседования, и вам предложат белую зарплату. Но опять же, выбор ваш, решать вам. Все зависит от региона. А в Москве почти всегда, почти везде зарплата белая. А какие вопросы задавать на собеседовании? Вот четвертый здесь пункт есть. Не просто так я себе его вставил, а четвертый пункт состоит специально. Вопросы. Запомните, что вопросы задает не только HR или технический интервьюер. Вопросы также задаете вы. И от ваших вопросов очень многое зависит. Понятно, понимаете ли вы, где вы находитесь и что вы хотите. Ну и вообще, сечете ли вы в теме PHP-разработки или нет, от ваших вопросов видно. Поэтому задавайте вопросы. Какие вопросы кому задавать? HR можно спросить про бонусы, про команду, про тимбилдинг, про офис, про зарплату. Все это можно спросить HR. А вот технического интервьюера обязательно нужно спросить про подход к разработке. Прямо спросите, какой у вас флоу, какой у вас поток, как вы работаете? Есть тесты, нет тестов, как вы работаете с гитом? Мне все это важно. Какие у вас технологии? Это тоже очень важно для разработки. То есть используете ли вы Nginx или вы на Roadrunner гоняете PHP? Может быть, у вас не MySQL, а Postgres? Позадавайте эти вопросы, вы в хорошем свете выставите себя. И лично я всегда спрашиваю про задачи и техническую оснащенность. Это мой коронный вопрос, когда я ищу работу. Я говорю, какие задачи будут конкретно у меня? И про технику спрашивают. Дают компьютер, не дают компьютер, а официальное ПО или неофициальное. И лично от меня совет. Если ПО пиратская в компании, не идите туда работать. Это компания, где вас могут кинуть. Вот, и вы там ничего не добьетесь. Ну, это лично мой совет на моем опыте. То есть я всегда спрашиваю, даете ли вы лицензионное ПО? Ну, например, для меня важно там иметь PHP Storm лицензионный. Он там стоит долларов 150. Для компании не так дорого. Вот, но если она жадничает в этом плане, наверное, пожадничает и в других. Поэтому для меня это прям маркер. Я спрашиваю, есть у вас PHP Storm, платный он, бесплатный, как вы его отдаете своим сотрудникам. Для меня это маркер. Поэтому задавайте вопросы тоже, это вас в хорошем свете выставляет. Так, теперь подхожу к вашим вопросам. И я вижу, Александр, у меня тут много. Итак, начинаем. Анастасия спрашивает, насколько будет полезно пройти этот курс, если работаешь с тестировщиком? Анастасия, а какой именно курс? У нас много курсов по PHP, но если вы тестировщик, если вы хотите стать разработчиком,
наверное, вам стоит проходить эти курсы. Если не хотите, я не очень уверен, что это вам нужно. С другой стороны, смотря тестировщик, чего вы. Если вы только фронтенд тестируете, там, как работают формы, там, руками прокликиваете все, возможно, стоит уйти в фронтенд. Если нет, то нет. Окей. Александр меня спрашивает. Часто видит вакансии, в которых сразу требуется несколько языков программирования. Если начал изучать JavaScript, то насколько проще будет перестроиться на PHP, так как многие требуют эти языки в паре? И как вообще с перспективами в JS? Ну, отвечаю. В JS перспективы хорошие, потому что браузер не может без JavaScript. Да, то есть вы его не запрограммируете без JavaScript, и альтернатив нет. Поэтому в JavaScript, конечно, разработчики JS будут нужны. Вам искать работу стоит так. Какой язык вам больше нравится? Перестроиться с JavaScript на PHP несложно. Эти языки в чем-то похожи, они все основаны на сях, они очень похожи по синтаксису. В принципе, изучить PHP после JS будет даже сильно проще. Или JS после PHP также проще изучить. Где-то действительно требуется это в паре, но это не так много вакансий. В основном все-таки бэкэндера, который работает на PHP, не сильно заставляет работать на JavaScript. Например, у меня всегда есть правило, я всем говорю, своим работодателям, я на JavaScript не программирую. Ну, просто мне он не очень нравится, я говорю, я его не пишу. Если надо будет писать на JS, то лучше меня уволить сразу. И говорят, окей, можешь не писать. Ты классный PHP-шник, пиши на PHP. В общем, во многих вакансиях, где указывается, что надо знать и PHP, и JS, скорее всего, надо знать что-то одно. Просто, опять же, говорю вам, у HR есть идеальный кандидат, и в этот идеальный кандидат знает все и даже больше. Но, скорее всего, нужно знать что-то одно. Хотя, опять же, есть вакансии, где нужно и то знать, но насколько они вам нужны. Понимаете, это уже больше в сторону фуллстека движения начинается. Приходится знать несколько языков. Знать несколько языков хорошо, очень сложно, если у вас небольшой опыт. То есть у меня опыт разработки 8 лет, и я знаю офигенно PHP, а все остальные языки я знаю средненько. Какие-то знаю не очень совсем. Вот. И даже за 8 лет я выучил только один язык очень круто. А выучить два языка очень круто, это прям совсем сложно, а три это почти невероятно. Поэтому что вам нужно в жизни? Тоже подумайте об этом. А люди, которые на всех языках программируют сразу на работе, они не очень сильно растут. Вот. У них дальнейшая карьера может не сложиться. А если вы прям четко в одну точку работаете, там на бэкэнде, чисто PHP или чисто JavaScript, то вы очень быстро можете расти. То есть вы можете прямо уже через год стать middle-разработчиком, если вы чисто год занимаетесь на работе одним языком. Евгений, есть же Visual Studio, зачем Storm сразу? Евгений, Storm это мое предпочтение, я работаю только в Storm. У вас могут быть любые предпочтения, хоть Sublime Text, или Vim, или Nano, что хотите. Какое лицензионное ПО может быть под Linux, кроме PHP Storm, спрашивает меня дальше Евгений. Лицензионное ПО, кроме PHP Storm, могут быть различные, опять же, IDE-шки для работы с базами данных. Очень, очень удобно позволяет все это дело настраивать. Они тоже платные. И, в принципе, все, но это важно. Даже если такого ПО не дают вам в компании, но стоит задуматься. Там же еще много чего есть. Там есть онлайн-ПО, там, типа Jira и так далее. Оно тоже платное. Но оно 100% будет лицензионное. Но если есть Jira, это хорошо. Если Jira нет, скорее всего, плохо. Так, Анастасия мне ответила, что она фронт. Ну да. Ну, в общем, если вы в основном тестируете фронт, то вам, наверное, имеет смысл изучать то, что связано с фронтом. Вот. Если вы хотите стать бэкэнд-разработчиком, то добро пожаловать в PHP. PHP – это круто. Так. На все вопросы я вроде ответил. Просто Евгений поставил себе стек, ничего платного. Ну что, кроме Jira, у меня PHP Storm. Это единственное платное, что у меня есть, и для меня это важно. Окей, вы поставили стек, да, ну сервер, конечно, бесплатный, MySQL тоже бесплатный, и это тоже так. Еще, на самом деле, у вас обычно бывает несколько компьютеров, бывают разные менеджеры, и иногда нужен Excel, иногда нужен Word. К сожалению, от этого не уйти. И они тоже платные. Подробнее про стек. Евгений, про какой стек? Стеков дофига. А, что такое стек? Стек это то, что вы используете в работе.
Давайте самый простой примитивный стек PHP. Это сервер Nginx, это сам PHP, это MySQL база данных. Это самый простой стек PHP. Ну и, например, под Linux это крутится. Более сложный стек PHP – это что-нибудь загруженное под докером вместе с Roadrunner. Roadrunner – это такая фигня, которая позволяет асинхронно запускать PHP. Там может быть мессенджеры, то есть системы обмена сообщений типа кролика, это RabbitMQ, либо Kafka. Может быть разные базы данных. Например, PHP может быть с Mongo запускаться, с MongoDB такое тоже бывает. Он может с Postgres запускаться. В общем, все это стек. Стек – это то, что вы используете в своей работе, именно в вашей компании. У вас там может быть Git, может быть Tortoise, какая-нибудь другая система контроля версии. Но обычно это Git. В общем, все, что вы используете в работе, это ваш стек. У вас может быть GitLab, у вас может быть GitHub, у вас может быть Bitbucket. Обязательно ли знать докер или композер? Докер знать не обязательно, композер обязательно. Ну, как бы это не так сложно. На втором курсе PHP мы рассматриваем композер целых 2 часа. Этого достаточно. Композер, конечно же. Без композера никуда, потому что композер – это менеджер пакетов PHP. Ну, как бы говоря, PHP, там всегда имеется композер внутри. Без него вообще никак не бывает. Конечно же. Докер не обязательно, но мы все идем в докер. То есть, скорее всего, через пару лет это станет обязательным. Так что, если есть время, можете учить. Но на сегодняшний день это просто большой-большой бонус при найме. Вот. Еще вопросы? Ну, окей. Тогда последнее, что я вам хочу сказать, что для всех слушателей нашего вебинара есть возможность получить бесплатную консультацию по профразвитию. Для этого можно перейти вот по специальной форме или обратиться к любому менеджеру у нас специалисте. Говорите, что вы хотите консультацию по профразвитию, и наш HR, у нас есть специальный человек, который занимается подбором вакансий, который помогает вам находить работу, он вам поможет. Так что обращайтесь, записывайтесь на курсы. Всем спасибо. Я еще 2 минуты здесь побуду. Если вопросы появятся, пишите. А если нет, то было очень приятно. Приходите к нам. Особенно ко мне. Да, я люблю PHP, преподаю его с любовью. Мой любимый язык. Да. Обычно SQL не работает напрямую, потому что у вас фреймворк решает все проблемы, связанные с SQL. Я лично работаю через... Вообще не работаю, да. Но я вам честно скажу, я с SQL уже 5 лет не сталкивался. Только на курсах, когда преподаю SQL, там и работаю с SQL. А так все через фреймворки решено. Обычно напрямую с ним не работаешь. Вот, ну... Есть специальная от IntelliJ IDEA, те, кто работает с SQL, у них есть специальная программа для работы с базами данных. Ну, то есть это те же ребята, которые PHP Storm сделали, у них есть офигенная программа для работы с BD, почти со всеми BD, она классная. Вот, и ей обычно пользуются. Каким сервером лучше пользоваться, Apache или Zend? Лучше пользоваться Nginx. Все остальное уже прошлый век, конечно же. Сейчас пользуется Nginx, это основное. Либо у нас PHP становится асинхронным, мы становимся современным языком, мы сейчас гоняем на Roadrunner, на Octane, это новые штуки, можете посмотреть, что это такое. PHP MyAdmin, да, вполне себе можно и PHP MyAdmin. На курсах мы используем PHP MyAdmin. Часто используется связка Apache плюс Nginx в работе. И сейчас Apache почти не используется никогда на новых работах. Ну, на новых проектах. То есть это только если осталось от предков. Осталось от предков, тогда да. Roadrunner. Вот, я вам пишу в чат. Laravel Octane. Вот. Как-то так. Но Nginx на 90% проектов, скорее всего, встретится. Ну, то есть на большинстве. Да, Apache это просто... век, скорее всего, его не будет. А Zend – это вообще встроенный сервер для того, чтобы очень быстро что-то сделать.
Евгений, вам нужно там получше с этим разбираться. Nginx – это прокси-сервер, он также неплохо работает в PHP. Там есть свой другой сервер, который отрабатывает PHP. В общем, эту связку вы можете прочитать, как Nginx работает в PHP. Она довольно стандартная. Прям везде написано. Это уже так лет 10 делается, если не больше. Там, как PHP работает с Nginx, это стандартная связка. Там есть PHP FPM. Вот, там обычно она так работает. Nginx плюс PHP FPM. И никакой Apache вам не нужен. Вот, Apache. Старт. И не обновляется. Вот так вот. Ну что ж, я надеюсь, на все, что я мог, ответил. Все, всем спасибо, всем пока. Всем успехов в поиске работы.